Здравствуйте, мои дорогие! Как убрать седину навсегда и без окрашивания? Раньше я и подумать не могла, что смогу избавиться от этой надоедливой седины. Метод очень быстрый и эффективный. Вам тоже стоит такое попробовать. А что нужно? Всего лишь ложка меда, ложка касторового масла, ложка коньяка, яичный желток. Все это втирать в корни волос минут 5. Завязать пленкой и под шапочку. Держать нужно часа 2-3. Затем смыть шампунем. В неделю делать 2 раза. Уже после 3-4 процедуры увидите результат. Здоровья вашим волосам и вам! Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и будьте здоровы! До новых встреч!